Now, then Hosea moves to speak about not his marriage, but about God's relationship with the people of Israel. Дальше Осия переходит с темы своего брака на тему взаимоотношения Бога со своим народом. And there are accusations of spiritual harlotry. И здесь он осуждает народ в духовном блудодеянии. The images are all of adulterous activity. Те образы, которые здесь рисуются, это образы блудодейства, образы блуда. Nakedness and desolation and waste. Здесь упоминается разоблачение, да, разоблачу ее, обнажу ее до нога, дальше опустошение, ненужность и так далее. Все это описывается вот в терминах наготы, опустошения и ненужности. In verse 3, в третьем стихе God threatens to expose the nation's nakedness and shame. Бог грозится тем, что Он обнажит свой народ. And remember, he's talking here about Israel, the nation, not about Gomer. И помните, что здесь он уже говорит о народе израильском, а не о Гомере, своей жене. And again, it's I will have no compassion on your children. И опять-таки детей ее не помилую. And he says that Israel has pursued her various lovers, just as a harlot does. И он говорит, что народ израильский идет вслед других богов, так же как блудница идет вслед своих любовников. Thinking that they are the source of all of her luxuries and her necessities. Полагая, что именно они являются источниками всякой роскоши и удовлетворением всяких ее потребностей. She doesn't even recognize that it's God who's the one who has blessed her in all the ways she's been blessed through the centuries. Народ не понимает, что именно Бог благословлял его всем тем, что он имеет, а не лжебоги, которым этот народ уже так привык поклоняться. So God is going to make sure that she does not find satisfaction in any of the relationships she has with the idols. Так вот, Бог говорит, что теперь я сделаю так, что ты уже не найдешь, народ, удовлетворения своих потребностей, идя за этими богами. And beginning at chapter 2, verse 9. И начиная с chapter 2, 1. Chapter 2, verse 9, yes. Со второй главы 9 стиха. Yes. God will do a whole variety of things to get Israel's attention. Бог будет предпринимать самые разные действия для того, чтобы привлечь внимание своего народа. We've seen this before. God did this in the book of Amos as well. Мы с вами уже об этом читали в книге пророка Амоса. And just listen as I list some of the things that God is going to do. И вот я сейчас буду перечислять то, что Бог собирался сделать. He's going to take away the wool and flax. Он сказал, что отниму шерсть и лен. That is a reference to both the harvest and the shepherding industry. Здесь говорится о том, что он отнимет и урожай, и промышленность в плане производства шерсти. Verse 11. Дальше 11 стих. He will take away her joy at the festivals. Прекращу у нее всякое веселье. Verse 12. He will destroy her vines and her figs. В 12 стихе опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее. And then in verse 13, in some way, he is going to punish her for all the attention she's been giving to the Baals. И в 13 стихе накажу ее за дни служения Ваалам. So all of these things God will do to his people Israel so to get her attention. Все вот это Бог предпримет по отношению к народу израильскому, чтобы привлечь внимание народа, обратить внимание на себя. It's the divine strategy called tough love. Это вот, знаете, такая божественная стратегия, которая называется трудная любовь. Just like we may deal with our children from time to time. Знаете, мы иногда поступаем по отношению к своим детям точно так же. And then after he has stripped Israel away of all other supports. И после того, как он лишит Израиль всякой поддержки. Then he is going to be like a husband and he is going to court her again. Он проявит себя как муж и будет снова ухаживать за своей женой, за своим народом. Verse 14 is a very beautiful verse. Стих, прекрасный стих. Therefore I will allure her, bring her into the wilderness, speak kindly to her. Посему, вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, буду говорить к сердцу ее. And he will give her gifts, good gifts. И он будет одаривать ее подарками, хорошими подарками. And
in this way he is going to try to win her back for himself. И вот именно таким образом Бог будет снова привлекать к себе свой народ. He even makes reference to the Valley of Achor. А здесь упоминается долина Ахор. You may remember the Valley of Achor is referenced in the book of Joshua. А вы, наверное, помните, что эта долина упоминается в книге Иисуса Навина. In Joshua, when the people of Israel went against the city of Ai. А помните, когда израильтяне выступили против города Гая? And they were repulsed and beaten back at Ai. Там они потерпели поражение. Because Achan had stolen some of the treasure of Jericho. Потому что Ахан утаил из заклятого, которое было взято в Иерихоне. And so it was called the Valley of Trouble, Achor. И поэтому эта долина была названа долиной несчастья. But now God sees a time when Achor will be a valley of hope. For bringing Israel back to himself. Но теперь же Бог говорит, что это будет долина не несчастья, не ненасти, а долина надежды, когда народ его возвратится к нему. And then, finally, in verses 16 through 20, и, наконец, в стихах с 16 по 20, the promise of great blessing. Дается обетование великого благословения. The people will no longer call God Ishi, or they will no longer call him Baali. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой. But they will call him Ishi, my husband. А не будешь более называть меня Ваали. And then just look at all the other blessings. А теперь посмотрите на все те огромные благословения, которые перечислены в 17 и 18 стихах. Look carefully at verses 17 through 20. По 20 даже стихи. And see if you can name some of the blessings that you see here. Давайте мы сейчас прочитаем, вы каждый про себя прочитайте и назовите те благословения, которые Бог обещает своему народу. Things that God says he will do and that will happen in the day of blessing. Что Бог обещает и что в одни благословения обязательно сбудется. Let me point out a couple for you. Я хотел бы сейчас назвать несколько. In the day of their returning, God will once again reestablish the covenant with Israel. Когда народ израильский вернется к Богу, Бог снова заключит завет с ними. The animals and the people will lie down together. И в то время заключу в то время для них союз с полевыми зверями и птицами небесными. And they'll be able to do so because God is going to abolish war from the land. И лук и меч и войну истреблю от земли той. There will be righteousness and justice. Дальше говорится, что будут они жить в правде и в суде. Compassion. В благости. You imagine a nation that had been racked with war. Представьте себе народ, который уже устал от войны, который разбит этой войной. Idolatry. Это народ, который предается крайностям в идолопоклонстве. Now being marked by compassion. And justice. И вот теперь в этом этот народ живет в правде и суде, в милости и благости. And the final result is the end of verse 20. They will know the Lord. И конечный результат обозначен в 20 стихе. И ты познаешь Господа. Which means that at this point they don't know the Lord, but one day they will. Что означает, что сейчас они Господа не знают, но когда-нибудь это произойдет, и они познают Господа. One of the major themes of the book of Hosea, we'll see it over and over again. Одна из главных тем книги пророка Осии, она будет повторяться в разных главах. Is that God's people will come to know the Lord. Звучит так: Божий народ познает, снова познает Бога. Now, chapter 2 ends verses 21-23. С 21 по 23 стихи, это заключительные стихи второй главы. And again, it's just more predictions of blessings to come. Они заключают в себя дополнительные благословения, о которых говорит пророк. Curses will be turned into blessings. Проклятия обернутся благословениями. God will bring them comfort and fruitfulness. Бог даст утешение и всякую плодовитость. And then a removal of idolatry. Уничтожит идолопоклонство. People will be safe. Люди будут жить в безопасности. You know, when there's no righteousness in a nation, nobody's safe. Когда в народе нет праведности, нет правды, то никто не может чувствовать себя в безопасности. But Hosea pictures a day when it'll be safe for children to roam the streets.
Нося рисует образ того дня, когда дети могут безопасно ходить по улице. And women can go out at night in safety. И женщина может выйти ночью на улицу и чувствовать себя в безопасности. And old people don't have to be afraid. И пожилым людям уже нечего будет страшиться. And that is the future that Hosea pictures for Israel. И вот это то самое будущее, которое рисует Оси для народа израильского. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Okay, all right. Now we come back to Hosea's domestic life. Итак, мы возвращаемся к частной жизни Оси, к его браку. And what we assume is that Gomer, his wife, has strayed since we left her. И мы уже с вами полагаем, что жена has strayed from him. Strayed from him, sorry. Что жена его Гомер стала блудодействовать в браке. Gomer has bore Hosea 3 children. Мы читали о том, что она зачала и родила ему 3 детей. And then has reverted to her harlotry, and she's she's been a harlot again. Вернулась к блудодеянию и снова стала этим заниматься. And God commands Hosea, go get your wife back. И Бог повелевает Оси, иди и верни ее себе. Now you can only imagine what would be going on in a husband's heart whose wife has strayed as Gomer has. Можно только себе представить, что творится на душе у человека, подобного Оси, у которого жена ведет себя таким образом. This is a very difficult assignment. Это очень сложное, очень непростое поручение. But it's a picture of what God has done over and over and over with Israel. Но это образ того, как Бог постоянно, регулярно поступает в отношении Израиля. Every time Israel worshipped another god besides him. Всякий раз, когда Израиль начинал поклоняться другому богу или другим богам. God viewed that as the same thing as a wife straying from her husband. Бог рассматривал это как блуд. So Hosea went and he found Gomer. Итак, Оси идет, находит Гомер. And he bought her out of harlotry. И покупает ее, и приобрел я ее себе за 15 серебряников. And the price for purchasing his wife was 15 shekels. Итак, 15 серебряников — это та цена, которую он заплатил за свою жену. That's significant. И это очень важно. Because that is half the price it was necessary to purchase a slave. Потому что это половина цены, которую обычно платили за раба. Which tells us how debased Gomer had become. Что говорит нам о том, насколько нравственно пала Гомер. She could be purchased so cheaply. Ее можно было купить всего за 15 серебряников, очень дешево. And yet to Hosea she was precious. Но для Оси она была драгоценной. And he brought her back to himself. И он возвращает ее себе. Just as God over and over again brought Israel back. Так же, как и Бог постоянно возвращает себе свой народ. And then Hosea spoke to his wife. И дальше Оси обращается к своей жене. And he commanded her to stay at home. Много дней оставайся у меня, говорит он. And be faithful to him. И не будь с другим. Не блуди и не будь с другим. In what follows, there is a little confusion. Дальше, что происходит, не совсем понятно. And it seems that Hosea and his wife will live together, but not as husband and wife. Представляется, что они должны были жить вместе, но не как муж с женой. And in that respect, Hosea may be predicting something for Israel, the nation. И в этом отношении Осия, возможно, что-то предсказывал в отношении народа израильского. That in the far distant future. Что в в далеком будущем Israel will not go for idols, Израиль уже не будет поклоняться лжебогам, but she will also not really worship the one true God, но и не будет поклоняться одному истинному Богу, and not have a relationship with God, и иметь взаимоотношения с Ним, which in fact is exactly the status Israel lived in, что, в общем-то, отражает то положение, в котором жил народ израильский during the time of Jesus, во времена Иисуса Христа. From the time of
the Babylonian captivity с момента вавилонского пленения и далее Israel never worshiped idols. А Израиль уже не поклонялся иным богам. But that didn't mean that she loved God. Но это не значит, что этот народ любил своего Бога. And so I think Hosea is giving a picture of the future of the nation of Israel. Мне кажется, Хосея здесь рисует образ будущего Израиля. Not idolatrous, but not truly worshiping. С одной стороны, отсутствие идолопоклонства, с другой стороны, отсутствие истинных взаимоотношений с Богом. But finally, но наконец, Israel will go back to the Lord God. А Израиль вернется к Господу Богу своему. And that is the message of verse 5. А именно об этом говорится в пятом стихе. So, if someone would read verse 5. Давайте прочтем вслух. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть пред Господом и благости его в последние дни. Yes. А какое значение тогда оно играло для тех людей, если оно будет исполнено лишь then, через много what тысяч relevance лет? Was it for the people that he was addressing if it's meant for the far distant future? Well, it would have relevance for them to have a national, to know that there is a national future for the people of Israel. Наверное, для них было важно знать, что для народа израильского, как для народа, есть будущее. At the same time, Hosea is going to call the people back to true repentance, even in his own day. Кроме того, несмотря на это, Осия будет призывать народ вернуться к Богу, покаяться уже в свое время. So it's not a hopeless situation even for his day. То есть это не безнадежная ситуация даже для его времени. He just wants them to know that in the final ultimate future. Он просто хочет, чтобы они знали, что в далеком будущем Израиль как народ вернется к Богу. As a nation. As a nation. Но это будет в далеком будущем. But it's going to be in the far distant future, and we'll live here and now. How does it apply to us now? Well, I don't think that it is because this verse 5 is about the far distant future. Mm-hmm. That doesn't mean that there can't be a turning to God in Hosea's culture. Я полагаю, что даже несмотря на то, что стих 5 может относиться к далекому будущему, это не означает, что не будет обращения к Богу уже во времена Осии. То есть оно как бы двойное значение имеет. It's like a double application. It could be in the times of Hosea, but it's also about the far distant future. Yes, it's like if I tell you, you're going to live for eternity with God in heaven. Это все равно, что я сказал бы вам, вы будете жить вечно с Богом на небесах. That's a good thing for you to look forward to. How does that affect you now? Это хорошая перспектива, но как она влияет на вас сегодня? Well, it gives you a great hope. Это дает вам большую надежду. But still today, you can still walk with God. Но уже сегодня вы можете ходить с Богом. And so that's how I see. То есть вот именно так я воспринимаю пятый стих. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.